Ассаламу алейкум, ардақтағы қадірменді көрермен қауым, армысыздар. Әдеттегідей Қостанайдағы тобыл командасының көрсетуді бастаймыз. Сонымен Қостанайда бүгін күн райы дәл осындай 23 градус, ылғалдық пайыздық көрсеткіші 63. Жарық шамдары жарқырап жанып тұр, сәл қараңғы бұлтты болғандықтан тобылдың фанаттары мінекей дайын барлығы да. Ал мінекей бүгін Әл-Рихла деп аталатын топпен мінекей тобыл және Дерри-Сити командаларының арасында ойын осылай болады. Ойыншылар тізімін назарларыңызға ұсынып отырмыз. Жаңа айтып отырмыз ғой. Прекрасная погода вообще установилась в последнее время в Кустанае. 23 градуса, легкий ветерочек, освежающий. Ну и это может быть знакомо даже для парней из Ирландии. Правда, здесь морского влажного воздуха нет, но зато есть прекрасная атмосфера в Кустанае. Брайан Махер под номером 1 в воротах у Дерри-Сити. Линия обороны Ронан Дойс. Бойс, второй номер, Марк Коннелли, шестой номер, 17-й Кэмерон МакДженет и 14-й номер Бен Доерти. Это линия защиты. В средней линии Адам О'Райли, 28-й, 15-й Саду Диало, 8-й Уильям Петчинг. В линии атаки Пол Макмаллан, 12-й, 29-й Кен Кевана и 7-й Майкл Даффи. Есть несколько потерь у команды из Северной Ирландии. В частности, отсутствует Патрик МакИлан. И здесь я поясню, да, в чем проблема. Это не просто человек, который связывает оборону и атаку. Это человек, который организовывает все, да. Это, опять же, человек, который обладает вот этими самыми креативными навыками. Дерри, как и присущий британской команде, но вот проповедует, в первую очередь, атлетичный стиль с большой ставкой на физику, на мощь, на забросы в линию атаки, на кроссы и уж-то очень много высокорослых игроков в составе этого коллектива. Аут. Из-за бока выводит мяч Багдад Каиров. Были вопросы и по нему, все-таки не в матче с Базелем. Он привез второй пенальти, однако опять мы говорим о том, что Тобол должен создавать задел перед ответной встречей в Ирландии, и здесь нужно забивать. А Каиров с его подключениями куда интереснее и куда опаснее, чем тот же Габараев, что может заменить его по позиции. Ну и Мужико, потому, наверное, мы видим сегодня в старте. Пас-центр. Мы уже говорили о том, что это команда из Северной Ирландии, но почему она выступает в чемпионате Ирландии, друзья, мы еще расскажем обязательно, потому что сейчас прорыв через левый фланг пошел. Букадинович можно отыграть на Уразова, он рядом, Рамазан принимает мяч, отдает гениальную передачу на ход. Букадинович по центру, и Дембле запутался, ударил, и вратарь Брайан Махер все-таки отбивает за лицевую. Момент уже на второй минуте. Тобол зажал соперников, гениально сыграл Рамазан Уразов. Выдал передачу между двух на ход Вукадиновичу. Передача, казалось бы, у балканца не получилась, но все равно костанайцы сориентировались. И вот здесь Чесноков прибежал, сыграл на опережение. Последовал отскок, и Дебле с убойной позиции сумел развернуться. Не растерялся, вот именно подобрал ногу и пробил. Махер, конечно, не выключился из этого момента. Стандарт ситуации. Там я поехал здоров. У них номер ДГ. Макмалла. Стандарт Джардайлер Джар Стибет. Жалко. Команда. Зох, Пожене, Кахпаша. Айтарда, Иван Коновал. Ура, Кахпаша, Гильги Дубеда. Зох, Пожене, Кахпаша, Дубер. Вайсвейтер. Здесь Рамазан Уразов. Рамазан немножечко потерялся. Немножечко потерялся Рамазан в последнее время. Каиров развернется, разумеется, вновь. Уразов, конечно же, находит Чеснокова. Ислам будет простреливать. Он поднимает мяч. Дембле бьет. И еще на добивание кому-то сыграть. Прострел последовал. Вукадинович. Насели на ворота. Вставать нужно. Подача последовала. Выключились только что как-то из этого момента. Прострел от Дебле, и никто не замкнул. Просто-напросто кому-то нужно было оказаться в вратарской площади. Но не было. Багдад Каиров. Доп, Ислам Чесноков. Да, сок. Ай-яй-яй. Прошлых соперников абсолютно не важно в этой ситуации. Классная передача получилась. Эх, Вукадинович. Что, не в ногу, да?
сделал шажок, такое ощущение, как будто бы не отреагировал просто. Проспал эту передачу, не надеялся, что до него мяч дойдет. Только взгляните. Вот он пас центр, и здесь Самат Жарымбетов. Самат Жарымбетов между двух, даже между трех выдал гениальный пас на Милана Вукадиновича. И Милан зацепил мяч. В этой битвенке Роман Астрангулов. Асранкул фалға асырған допты және Серж Девле бірден көре салып әртесіне пас асырған Ислам Чеснаков! Чеснаков! Ай-ай-ай! Арғы бетке өте алмады. Пенальти болатын еді. Доп өткенде. Доп өтпеді бірақ қақпашыдан. Немесе өзі теуіп гол соғу керек еді. Өкінішті әрине. Серж Девле берген пас. Ешқандай ойын тәртіп бұзылмаған. Тебу керек еді. Немесе ары қарай допты өткізіп жіберу тиіс еді. КПЛ играет примерно так же. Длинная передача со своей половины, там габарит нападающий. Ну да, здесь, конечно, совсем другой рисунок. Это диагональ, опять на Вукадиновича. Все это напоминает игру. Сокобола! Какой сумасшедший удар! Асранкулов Роман! Гениальное попадание, шедевральное буквально. 1-0 попал. Вот это попал, парень. Тамаша, тамаша. Тобыл командасы гол соғады. Түпі. Бірақ соққан кезде әдемілеп тұрып тебеді осылай. Алыстан әп әдемі ғып жойқын соқымен бағыттайды. Дәл осы Роман Асранкулов Базельде Сент Якобс Паркта да дәл осылай тепкен. Тек қақпа бағынасына тиіп қайтып келген. Сол қайтып келгенді Рамазан Оразып қолға айналдырған еді. Естеріңізде болса. Тура сондай жағдай жап-жақсы ғашты. Сол аяқпен шірене тартты. Ешқандай әлемді қақпашы мынау допты тоса алмас. Но только посмотрите, здесь Вукадинович разворачивает, стягивает на себя двоих. Дальше пас Асракулов, казалось бы, небрежно принял мяч, но оставили-то очень много для него пространства соперники. И он, не думая, не глядя, собственно, пробивал. То есть бросил взгляд вниз, смотрел на позицию и уже зарядил под перекладину. Қолдан келсе, қоншынан бас деген, қосынан айлықтыр, он жақсы білет, Серж Дебле, тамаша пас, Вукадинович, Вукадинович ортаға ойысты, соққа, ай-ай-ай, арғы қапталға пас беріп көрмеді, Ислам Чеснаков. Асранкулов, Младович, Чеснаков, осы күшінде, қаз алаңда жүрген ойыншыларда сарға ғаз бар, ойын тәртіпін бұзбау көрек, на жерді орта неге бос, соққа және Канавалов әрең дегенде қайтарды доп. Дерби Сити ойыншыларында және бұрыштама. Нет, это жылтый карточка за симуляцию. Өтір құлаған үшін несі бар. Демейді? Пенальти емес бөде қорқып өтті. Почему не поверил? Сейчас Штефан Эбнер очень грамотно выбрал позицию главный арбитр. Причем продолжает он раздавать горчичники налево и направо. Правда, абсолютно обоснованно. Давайте посмотрим на этот эпизод. Да, опять Саду Диало, один он, образовалась свободная зона, туда пришел опорник, успел пробить, и да, Петчик, наверное, и не проходил. Керемет, нәтижелі, алда бөткен жағдайлары. Ой-ой, Коновалов, то что придумал только что? Коновалов, ну зачем? Ой-ой, как же повезло только что. И да, там передачу Младовичу, что, не отдал нужную. Все, успокоились, собрались. Теперь парни... Какой же подарок только что. Рогач успокаивает сейчас вратаря, что разбушевался. Давайте посмотрим, что там случилось. Неправильно установили мяч. Вот я даже и забыл, как там разыгрывал мяч. Поэтому Коновалов тут же побежал на Рогача, на Младовича. После перехода в Тобол. Пас. На краткий разыгрывал Тобол. Шахов через паузу на Мужикова. И это решение может позволить сейчас кустанайцам организовать еще одну атаку. Серж Дебле уже в штрафной площади есть удар. Зацепил. Камера МакДженет. Ногой мяч. Да и у Дебле удар особо не получился. Но я тут мячу как Шахов сыграл в начальной фазе. Развернулся, увидел партнера, выдал пас на Мужикова. А тут уже спокойно побежал и... Өзі пас көтерді, бірақ жол жөнекей тик кеткен. Және ойын тәртібі бұзылды. Сары қағаз. Соңғы минутта шығып кетпесін деп Евгений Шахов амал жоқ ойын тәртібін бұзды. Бүгін сары қағазға кенде болмады матчымыз. Көріп отырсыздар. Алтыда үш сары қағаздар көрсеткіші.
Штамалар саны 5-1. Есеп 1-0. Тобыл ең басты жеңіске жетті.